Tops Knives Mini Slim. Выпуск этого орудия для самообороны состоялся в 2017 году как ответ бренда Tops Knives на просьбу покупателей сделать уменьшенную компактную версию их популярной рогатки. Продукт, получившийся в итоге, достаточно компактный, чтобы его можно было уместить в карман джинс или боковой карман рюкзака. За удобство ношения в других случаях отвечает кожаный чехол. Ширина гаджета – 2,54 см, общая длина – 8,89 см, длина рогатины – 3,2 см, ширина зазора рогатины – 2,5 см. Рогатка весит 37 грамм сама по себе и 90 грамм вместе с футляром. Материал основы – конструкционная сталь с черным порошковым покрытием. В качестве материала рукояти выбран микарта – твердый прочный композит из эпоксидной смолы и натуральной ткани. Несмотря на скромные размеры, рогатка Mini Slim от Tops Knives способна оказывать довольно серьезное ударное воздействие. Покупка обойдется в $100. Vata's Electroshock Gun. Создатели следующего устройства из нашего сегодняшнего списка заявляют: «Перед вами, пожалуй, самое лучшее оружие для самообороны с нелетальным воздействием в мире». Дело в том, что традиционные электрошокеры показывают себя неточными и непредсказуемыми, что представляет серьезную опасность как для злоумышленника, так и для пользователя. Пистолет от Vata's же имеет продуманную уникальную конструкцию. Снаряды не подсоединены к орудию проводами. Выстрел осуществляет механическая система выброса, в то время как конкуренты используют порох и сжатый газ. Кроме того, продолжительность удара током, а также сила удара могут контролироваться дистанционно с помощью специальных радиочастот. Таким образом, электрошоковый пистолет Vata's позволяет быстро и эффективно вывести злоумышленника из строя, находясь на безопасном расстоянии и не причиняя серьезный вред его здоровью. Радиус поражения оружия составляет 8-10 метров. Под дулом находится HD-камера с системой подавления вибраций. Выстрел происходит бесшумно. Дизайн компактный, с эргономичной рукоятью. Устройство предлагает три уровня интенсивности воздействия. Производитель – турецкая компания Albayraklar Savunma. Kuba Kicks. Интересный и очень необычный девайс для самообороны предложила американская компания Fury Tactical. Это пластина с тремя острыми шипами, которая прикрепляется к кроссовку или ботинку между шнурками. Надежно зафиксированное устройство делает удары ногой пользователя более опасными и болезненными. Действительно серьезный вред, впрочем, причинить получится вряд ли, и это также большое преимущество. Kuba Kicks чрезвычайно эффективен вне зависимости от уровня подготовки своего хозяина. Конструкция имеет простое и понятное устройство, совместимое практически с любой обувью, имеющей шнурки. Кроме того, шипы не слишком заметны и не портят внешний вид обуви. Накладка изготовлена из ударопрочного пластика. Она имеет ширину 2,5 см, длину 6,3 см. Высота составляет 3,1 см. Цена изобретения – $18. Берна HD. Рекламным слоганом этого оружия не случайно является фраза «Спасайте жизни, не рискуя их забрать». HD расшифровывается как «Защита дома», однако оружие достаточно компактное, чтобы его можно было взять куда угодно. Берна HD на 20-48% меньше, чем пистолеты-конкуренты. Длина составляет 18,5 см, а высота – 14,3 см. Вес устройства на 22-27% меньше, чем у конкурентов – 590 грамм. В качестве боеприпасов могут быть использованы три типа снарядов 68-го калибра с химическим раздражителем, кинетические или инертные. В любом случае они выталкиваются сжатым воздухом, что позволяет устранить угрозу с расстояния до 18 метров. Базовый комплект обойдется в $325. За вариант с кейсом и набором боеприпасов придется отдать лишние $34. OOTTDY AK-47. Несмотря на представление многих людей, карманный нож может быть не только средством самообороны, но и стильным необычным аксессуаром. Например, OOTTDY AK-47 получил внешний вид, имитирующий огнестрельное оружие. Его рукоять почти точно повторяет форму приклада автомата Калашникова, а на соединительной части имеется кольцо, похожее на раму вокруг спускового крючка. Повышенное удобство пользования обеспечивает встроенный фонарь. Полная длина ножа составляет 15,4 см, длина лезвия 6,5 см, а длина ручки 8,9 см.
Толщина лезвия 1,7 см. В качестве материала выбрана нержавеющая сталь 5CR13. Рукоять отделана натуральной древесиной. Цена около $8. Streetwise Bulletproof Backpack. Помимо активных средств для самообороны, существуют еще и пассивные, те, которые работают исключительно на защиту и не толкают своего владельца на лишние действия. К ним относятся рюкзаки от американского бренда Streetwise. Внутри каждой модели спрятана специальная баллистическая панель, способная выдержать огнестрельный выстрел. В критической ситуации при правильном расположении рюкзак вполне способен спасти жизнь. Панель имеет класс защиты 3А согласно стандартам Национального института юстиции США. Материал – нейлон плотностью 1000 денье. Конструкция способна выдержать револьверный боеприпас высокой мощности 44 «Магнум» и пистолетные патроны 45-го калибра. Это значит, что она защитит практически от любого гражданского огнестрельного оружия. Вес рюкзака не превышает обычной 1,9 килограмма, ширина 31,2 сантиметра, высота 45,7 сантиметра, а толщина 16,5 сантиметров. Покупка обойдется в $126. М48 Sword Cane. Главное преимущество данного девайса заключается в его незаметности. В любой повседневной ситуации М48 — это обычная трость, которая не вызовет странной реакции у окружающих. Однако, если приглядеться поближе, оказывается, что все не так просто. М48 дает своему владельцу сразу несколько различных возможностей защитить себя. Рукоять из литой нержавеющей стали 2CR13 с покрытием из черной оксидной пленки с одной стороны снабжена острым молотком, способным оказать разрушительное ударное воздействие. Внутри трости спрятано острое лезвие длиной 43 см, изготовленное из углеродистой стали SK5, также с черным покрытием. Захват изготовлен из прочного противоскользящего нейлонового волокна. Им же отделано основание трости. Общая длина составляет 94 сантиметра. Цена – $181. Monkey Fist. Свое название данный девайс получил из-за схожести с декоративным тросовым узлом, который используется в парусном флоте. Однако больше ничего общего с мореплаванием он не имеет. Конструкция состоит из плотно сплетенного паракорда, внутри которого спрятан металлический шарик. Несмотря на крайне простое устройство, Monkey Fist чрезвычайно эффективен в критических ситуациях. С помощью петли он фиксируется на ладони, после чего оказывает разрушительное и болезненное ударное воздействие. Средства самообороны подобного типа предлагают самые разные бренды, поэтому они могут незначительно отличаться размерами и весом. К примеру, внутри девайса от United Cutlery спрятан металлический шарик диаметром 17 мм. При желании похожий Monkey Fist можно соорудить самостоятельно, связав паракорд соответствующим образом. А еще устройство может стать настольной игрушкой или игрушкой антистресс, пригодной для выполнения разнообразных трюков. Его цена начинается от $7. Bison Gears Kiridashi. Вдохновением для создания этого девайса стал японский традиционный нож Kiridashi. Однако специалисты американской компании Bison Gears полностью переработали его форму, чтобы нож стал более удобен для повседневного использования. Итоговые габариты поражают. Толщина 5 мм, высота 35 мм, длина 60 мм. Вес всего 4,25 грамма. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали 8CR13 MOV. Оно чрезвычайно острое, справится как с бумагой и скотчем, так и, например, паракордом. Для большего удобства пользования имеется отверстие для пальца. С помощью него же при необходимости нож можно подвесить, превратить в брелок. Чтобы нож можно было удобно, безопасно носить с собой, он поставляется с футляром, размер которого не превышает банковскую карту. Цена начинается от $24. CRKT Williams Defense Key. Последний девайс из нашего сегодняшнего списка был разработан бывшим армейским офицером и инструктором по боевым искусствам, поэтому он является по-настоящему продуманным и эффективным средством защиты. Девайс замаскирован под ключ, может носиться на самой обычной связке. В опасной ситуации же тактический ключ зажимается между пальцами, превращаясь в острое опасное оружие, способное нанести злоумышленнику серьезный вред. Надежный эргономичный захват не позволит ключу выпасть из ладони. Конец ключа может быть использован как отвертка Philips.
Длина клинка составляет 45 мм. Оно изготовлено из нержавеющей стали 3CR13. Толщина лезвия 3 мм. Полная длина ключа 90 мм. Рукоять выполнена из усиленного нейлона. Вес не превышает 32 грамма. Покупка обойдется в $11. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Brain Time. Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего. Буйство природы и мира животных. Шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь. Подписывайтесь, не пожалеете!